Все было бы хорошо, дорогие наши зрители, если бы не эта печальная новость, которая появилась на российском портале сегодня рано утром. В мире российского шоу-бизнеса каждый день что-то случается плохое. Кто-то умирает, кто-то погибает в аварии, а кто-то просто болеет. Речь пойдет о всеми любимой российской актрисе Светлане Ходченковой. Светлана Ходченкова – великая российская актриса, которую любит вся страна. Вчера вечером с ней произошла ужасная трагедия. Она себе недавно завела большую красивую кошку. Вчера, когда она играла с кошкой, кошка ее случайно поцарапала на руке. Светлана Ходченкова обработала рану и оставила это все без внимания. Ночью у Светланы Ходченковой поднялась температура и ей стало плохо. У нее сильно воспалилась рука, где ее поцарапала кошка. Уже сегодня утром Светлана Ходченкова обратилась за медиками за медицинской помощью. Сейчас она находится в больнице, где ей обрабатывают рану. Как сказал врач, что скорее всего, что кошка ей занесла серьезную инфекцию. Мы следим за развитием событий вокруг Светланы Ходченковой. Хочем пожелать этой актрисе скорейшего выздоровления и пусть у нее все будет хорошо. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за новостями, будьте в курсе всех событий и новостей на нашем YouTube-канале.